Приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим о платформе, которая революционизирует облако и предоставит нам мир без угроз и опасности похищения данных. Представляю вашему вниманию IAGON. Платформа IAGON оснащена искусственным интеллектом, который будет подключать пользователей и сервисы через децентрализованное приложение. Он будет использовать легко понятные и управляемые функции. А они, в свою очередь, позволят легко интегрировать функциональность программного обеспечения во все доступные интеллектуальные устройства. И неважно, являетесь ли вы простым пользователем или полномасштабной организацией, платформа предназначена для работы для всех людей. Это безопасная облачная платформа, которая используется для разработки единого решения для централизованных облачных сервисов. Главная цель компании – создать глобальный суперкомпьютер, основанный на технологии искусственного интеллекта и блочной цепи. Это достигается путем интеграции на всех интеллектуальных устройствах, таким образом создавая бесшовный опыт, который эффективно удовлетворяет потребности своих пользователей. Вот какими преимуществами обладает данная платформа. Во-первых, работает на основе искусственного интеллекта для подключения пользователей к услугам и децентрализованным приложениям. Во-вторых, простое в использовании функции и инструменты, синхронизированные во всех смарт-устройствах. Третье. Компания охватит не только крупные предприятия, но и обычных пользователей. Четвертое. Компания использует искусственный интеллект в сочетании с машинными алгоритмами и нейронными сетями для работы с защищенной сетью. Благодаря интегрированным DApps платформа на 100% заслуживает доверия и децентрализована для использования на всех типах смарт-устройств, которые вы можете себе представить. По токенам ICO. Pre-ICO начинается 2 апреля 2018 года, длится от 18 до 28 дней и заканчивается 20 апреля 2018 года. Предварительное ICO предлагает токены с 20% скидкой. Вот. Также из них 30% токенов будут посвящены на 10% для команды, 10% для консультантов и на баунти компании и 10% для развития. Команда проекта тяжело работает и поддерживает репутацию фирмы, как ведущей платформы для хранения и осуществления услуг по обработке данных, что способствует внедрению платформы в ряды пользователей, которые выделяют свои вычислительные ресурсы и среди потенциальных клиентов также. На первые 100 миллионов токенов, кстати, токен обозначается IAG, за первые 100 миллионов токенов цена составит 0,7 доллара. А за последующие 100 миллионов составит 10 центов. Также проект обладает хорошей, квалифицированной, ответственной и опытной и стремительно развивающейся командой, что несомненно выведет проект на новые высоты. Благодарю за внимание. До новых встреч, друзья!